Привет! Вы смотрите Телегид. Значит, пора узнать, как провести время вместе с нашим каналом. В ближайшие дни смотрим свежие выпуски проектов о свадьбах и знакомствах вслепую. Я, Анна Троян, подготовила для вас подборку самых интересных лент на ЛРТ. Поехали! В среду, мои любители советских комедий, дамы приглашают кавалеров. Забавная, местами грустная история симпатичной девушки за 30, которой не везет в личной жизни. Все хорошо у нее вроде бы, но нет рядом того единственного, на чье плечо можно опереться в трудный момент. Анна берет ситуацию в свои руки. Устала ждать красавица принца на белом коне. Она отправляется в отпуск на море, туда, где поют чайки и воздух пропитан романтикой. Уж там-то она точно встретит будущего супруга. Чем закончатся поиски нашей героини, смотрим 20 ноября в 10 вечера. Ты что, Нерук, думаешь, я соблазнить тебя хотел? Ну какой из меня Дон Жуан? Я инженер по технике безопасности. Мне уже 36 лет, Нерок. Я цену женщин знаю. Я вижу, какая ты есть. Я ведь на тебя жениться хочу, Нерок. Нам подходишь. Теперь эта фраза звучит ежедневно на ЛРТ. А вы уже смотрели ТВ-шоу? Здесь героини могут познакомиться с семьями претендентов на свидание, узнать их самые большие секреты и даже потрогать потенциальных кавалеров, но не смогут увидеть их до самого финала. Если совпадение не случится, то девушке придется решать, внешность или все остальное. Кого выберут участники? Смотрим по будням в 4:30 вечера и в 1:30 ночи. Я завязываю тебе глаза. У тебя останутся ушки, внимательно слушай, что жених будет говорить. У тебя будет нос, понюхай жениха, не стесняйся. А главное, пощупай его как следует. Он спортивный или нет? Я сейчас тебя разверну и поведу к жениху. Ты готова? Да. Пошли. В завершении рабочих будней предлагаю нам окунуться в романтику. История «Письма к Джульетте» навеет такое настроение. Однажды в руки к волонтеру Софии попадает затерявшееся в 60-е годы письмо, в котором одна англичанка пишет о своей безумной любви. София разыскивает уже пожилую женщину и вдохновляет ее на поиски потерянного возлюбленного. А что из этого выйдет? Смотрим в пятницу в 22:00. Он подарил мне это кольцо. Мы хотели бы жениться, но у меня в Англии были экзамены, и мои родители ни за что бы не согласились. Я испугалась, и я сбежала. А теперь я очень хочу увидеть его и сказать, что я прошу прощения за то, что была такой глупой. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье в 10:00 и 19:30. В зависимости от способа переработки, бумагу можно переработать до 8-9 раз. Например, вот у нас есть дидактические наши материалы, которые мы напечатали на переработанной бумаге, ничем не отличается от обычной бумаги. Перестрелки, натянутые нервы и бесконечные погони. Все это об ограблении по-американски.
Криминальный триллер устроит вам незабываемую субботнюю ночь. Джеймс всеми силами пытается забыть свое темное прошлое, а его старший брат Фрэнки выходит на свободу и предлагает Джеймсу провести небольшое дельце. Он клянется, что это в последний раз. Мол, ограбим банк и все тут. В результате небольшое дельце станет одним из самых кровавых и драматических налетов в истории Америки. Смотрим его в 23:00 23 ноября. Не хватит. Джимми, послушай меня, пожалуйста. Знаешь что, если хотите ограбить банк, вперед, лезьте в сейф, сваливайте куда хотите, а я черта с два повезу вас. Никто не попадет в хранилище. Это бывает только в фильмах, брат. Из этой пушки я не промажу! Жизнь в розовом цвете хотя бы на один вечер предстоит нам в воскресенье. История Эдит Пиаф была похожа на сражение. Каждый день ей приходилось бороться за право жить, петь и любить. Из трущоб Парижа она поднялась на подмостки нью-йоркских концертных залов и завладела сердцами всего мира. Выросшая в жуткой нищете, Пиаф достигла колоссального успеха. Но, взлетев на необозримую высоту, она не смогла обломать крылья. Воскресенье обязательно включаем ЛРТ и смотрим подробно. Qui mettait dans ses cheveux blonds la lumière. Ты скована. Можно подумать, тебя вкопали как столб. В тебе нет жизни. Это как хороший боксер, занимающийся уличными драками. Сцена — это все. Ты должна заинтересовать их собой. У тебя чудесные руки. Пользуйся этим. Пой ими. На этом наш выпуск подошел к концу. Все остальное смотрим на официальном сайте www.lrt.tv. А еще подписывайтесь на нас в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий. С вами была Анна Троян. Согревайте друг друга. Пока-пока.